По программе «Дорожная карта» в 2009 году в Южно-Казахстанской области реализовано 754 инвестиционных проекта. Были открыты около 38 тысяч рабочих мест. В рамках программы 2000 южан повысили свой профессиональный уровень и свыше 8 тысяч были обеспечены работой на социальных объектах. 14 тысяч молодых специалистов были трудоустроены по программе «Молодежная практика». В 2010 году был внедрен 441 инвестпроект. В результате в Южном регионе уровень безработицы в 2011 году снизился до отметки 5,9%. Программа занятости 2020 была принята в 2011 году в апреле. В текущем году регионы начали ее воплощать в жизнь. Нужно отметить, в прошлом году все недостатки и недочеты, которые были выявлены во время работы пилотного проекта, были внесены в постановление. И теперь с реализацией программы на местах проблем не возникнет. В прошлом году по программе «Занятость 2020» было освоено больше 3,5 миллиардов тенге. Постоянной работой были обеспечены около 10 тысяч человек. Новым профессиям обучились 8 тысяч. На эти цели было затрачено 2 миллиарда тенге. Программа «Занятость 2020» реализуется по трем направлениям. Первое – это профессиональная подготовка кадров и их трудоустройство. Второе – выдача микрокредитов для сельских граждан для открытия своего дела. Третье – переселение южан из отдаленных и неперспективных населенных пунктов. По программе «Занятость 2020» для поддержки предпринимательства и его развития были освоены 123 миллиона тенге. 530 сельчан были обучены навыкам предпринимательства. 9 десяткам сельских предпринимателей были выданы кредиты на сумму 100 миллионов тенге.